Самшит я посадил месяц назад в горшок. Горшок посадил, ну и хочу придать кое-какую ему форму. Форму или сделать же из него бонсай. Самшит настолько неприхотлив, что он может спокойно расти у вас в квартире. Да, но учтите, листики такие несъедобные, сразу говорю, у кого есть дети, нежелательно, чтобы они пробовали их. Вот у нас тут, видите, какой корень у него. Я хочу сделать, вот здесь все обрезать, это все опустошить, хороших, как дерево будет на таких корнях стоять. Ну, потом декоративный горшок и рассажу его. Сейчас мы что делаем? Мы делаем следующее. Для начала, сейчас я зум убавлю. Вот. Для начала мы обтрусим его. Ну, корневая там внутри уже довольно прижиты. Все эти листики, конечно же, убрать. А потом посмотрим, вот у нас тут есть ножнички. Аккуратно обрезаем. Наверное, я думаю, вам не видно, да? Сейчас, секундочку. Ну, здесь вот возле корней просто обрезаем вот эти вот сухие корешки маленькие. Здесь 4 ствола. 4 ствола. Ну, здесь даже один, ну ничего страшного в этом нету. И еще там один так завился. То есть мы стволики вот эти вот оголяем. Раз. Вот здесь вот идет такой вот. Самшит, он может расти постоянно дома, независимо от влажности. То есть единственное, я говорю, только на зуб его не пробуйте, потому что не стоит этого делать. А вообще самшит очень хорошо дезинфицирует воздух. Я уже говорил в одном из своего видео, но этим не подлезешь. А вот этим может быть что-то побольше. Еще поменьше, так секатор должен быть. Так, мы сейчас то вот ножницами обрежем, по-моему. Вот видите, какой у нас ствол. Я думаю, прекрасный получился. Сейчас мы мусор отсюда уберем. Можно подсыпать земли. Так. Вот. Ну, такой довольно красивый декоративный стволик. Сейчас я поближе вам покажу. Вот, можете видеть, да? Ну, такая кочерыжка. Ну, кому-то нравится черный квадрат Малевича тоже. В нем много смысла. В этом
я не знаю, много смысла, немного, но мне нравится. Потом я просто пересажу его из горшка более такой низкий горшок и сделаю как бонсай. И он будет как бы на возвышенности. Итак, вот у нас идет, я тут, так, раз ветка, два ветка, три ветка. Так, вот эта ветка очень интересная, нужна ли она. Ну, здесь нам не нужно вот это. Сначала с мелких начинаем обрезать. Обрезаем тонкие, мелкие, ненужные, просто листики, то есть обрываем. А потом уже смотрим то, что у нас останется. Так, вот это, по-моему, тут совершенно не нужно. Все, ножницы тут уже, ничего с ними не сделаешь. Потом где-то подрезать, если только листики. Некоторые скажут, а зачем это делать? Ну, стоит, да стоит. Ну, понимаете, я так хочу. Я вот решил, вот оставлю эту ветку покамись. Пока что. Слово паразит покамись. Вот это тоже мешается, мне так кажется. Так, ну, здесь, наверное, выйдет всего две ветки. Две ветки. Вот такое деревце получится у нас. Здесь обрываем все листики. Так, убираем их из горшка. Так, здесь уже, видите, вот пошло у нас вот пучок дерева. Вот это маленькое тоже убрать надо. И здесь у нас две ветки осталось. Сейчас мы посмотрим, что с ней можно сделать. По-моему, на улице идет снег. Не дождь, а именно снег. Вот этот вот. Вот этот. Убираем. Убираем вот так. Все это обрываем. Ну вот и самшит. Самшит вообще тинкуется хорошо, ну, можно. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так, вот так. Ну, не знаю даже. Охота, чтобы остались. Не просто палки. Что у нас тут получилось? Посмотрим. По-моему, вот это надо убрать. Или же нет. Да, скорее всего, вот этот побег нужно убрать. Да, и скорее всего, я его уберу. Да, он сейчас несуразный, не очень красивый, но нарастет когда. Так, здесь обрезанный. Здесь у нас что?
Здесь, наверное, скорее всего, оставим так. А здесь обрежем. И вот этот поменьше. Здесь у нас вот такое у нас чудо получилось. Такое чудо. Ну, я вам скажу, что это все, конечно, растет. Ну, стволик. Ну, мне главное корневая система. Я тоже посмотрю сейчас, а потом будем делать из него. Или надо было этот все-таки обрезать. Ну ладно, что сделано, что сделано. Все. Теперь будет у нас вот так вот. Все, и теперь я, наверное, его занесу домой на подоконник. Ну, получился у нас вот такой вот самшитик. Это все нарастет тут и будет как деревце. Ну, сейчас возьмем следующий. Следующий там он более такой культурный. А пока мы этот убираем. Ну, я вам говорил, еще раз повторю, что я взял его из корневой, потому что очень красивая корневая. Тут, видите, он как на трех ножках, как избушка будет. Ну, а там нарастет, посмотрим, что с ним делать. Так, этот отставляем. Так. А это что такое? Ладно, это. Так, дальше мы возьмем еще один самшит. Так. Самшит у нас. Ну, вот из этого точно будем делать дерево. Деревце небольшое, маленькое. Он еще и у нас. Так, здесь раз, два. Раз, два, три, четыре ветки можно оставить. Как говорится, погнали наших городских. Вот так вот. Так вот. Ну, ствол вообще белый у него должен быть. Это обрезается все. Опять самшитом запахло. Что-то жарко тут у меня на улице. Не высылаю, тут 20 градусов. Ну, 20 градусов. Так. Это тоже обрезается. Формирование самшита. Формировать его можно хоть как. И хоть когда. Так, это все. Так, 4. Здесь обрезаем все. Вот уже. Так, вот это, по-моему, лишнее. Если мы 3 оставим, что у нас получится? Да. Может быть, и хорошо получится. Здесь обрезаем, обрываем даже листики. Листики обрываем. Так, ну вот это очень ясно, что. Вот это тут, все тут
Боже. А вот это тут мешается. Однозначно. Чтоб она маленько разветвлялась. Да, этот обрезаем. И вот этот боковой. И вот этот боковой. Получился такой. Здесь обрезаем так. Здесь так. Здесь берем и обрезаем вот так. И здесь берем и обрезаем вот так. Теперь подравниваем. Теперь будем подравнивать. Я сейчас это все вам примерно сделаю и покажу. В принципе, вот здесь и вот здесь, вот это все лишнее. Вот. Вот довольно неплохо получилось. Но можно вот это вот обрезать еще тогда. Ну, вообще тогда. Так, что мы имеем? Так. Ну, имеем три ствола. Сейчас я подрежу. Так, где мои ножницы, которые все в хозяина? Сучки. Сучки подрезаем, сучки. Сучки подрезаем. Так, чтобы стволики были гладкие. Берем прям один стволик и сверху, снизу идем подрезать. Ничего у меня не получается с этими ножницами. Кое-что получается, но попробую секатором. Еще у меня там есть еще один секатор. Я с ним пока. Вот, если можно видеть, сейчас я покажу поближе. Вот мы обрезали. Вот. Вот он. Он торчит. Это пенек. И вот этот пенек. Отсюда уже пошли листики, а там пенек. Эти все пеньки надо тоже подрезать. Тогда у нас получится такое прекрасное. Ну, экспериментов с самшитом проводят очень много. Куда и что только с ним не делают. Ствол хочу вырезать. Кстати, очень плотная древесина. Так, здесь вроде бы все очень гладко и хорошо. Так, опять мусор. Сейчас я уберу зум. Так, мусор. Все сюда.
листики все ненужные. Ну, получилось у нас примерно вот так вот. Вот. Можно видеть, да? Вот такое деревце будет расти. Здесь будет нарастать. Я его буду формировать. И оно будет, я думаю, красивое. Я думаю, красивое. Сейчас мы это все уберем. Не убран до конца. Вот можно видеть, да, вот получилось вот такое вот дерево. Ну, я решил такое сделать. Вот здесь еще листик, вот здесь все обрезать можно вот так. Ну, сейчас буквально уделять его ему 5 минут в день и с ним. Ну, такой типа бонсай. Мы помучили самшит. Подписывайтесь на канал, чтобы знать больше, лучше. Надеюсь, вы не уснули с моим рассказом. Сейчас мы его облагородили чуть-чуть и будем. И что касается вот этого. Здесь я опять говорю, чисто из-за того, что как идет у него корневая. Тут все еще зелененькие листики. Корневая, смотрите, довольно-таки прекрасно и прелестно смотрится. Итак, уважаемые друзья, вот мы сформировали самшит. Ну, чуть-чуть как бы сформировали. Сейчас будем смотреть, что у нас получилось. Вот корень почистили. Вот здесь весь ствол обрезали. Вот у нас получилось вот такое чудо. Я не знаю, там специалисты, конечно, могут сказать, что я так что-то неправильно делаю. Но я хочу вырастить именно вот такое небольшое деревце. И буду выращивать я дома в домашних условиях. Этот тоже, этот ствол у него грязноватый, но это вешающаяся грязь. Она со временем оттерется, и он будет такой же белый, как вот этот. Вот у нас два деревца получилось самшита. Так, умеренный полив, опрыскивание и постоянное формирование. Желтеть листики не должны. Вот что можно сделать самшитом. Кстати, эти два самшита очень долго стояли. И без полива они мучились, да. Я понимаю, что я им должен. И я хочу сказать о том, что я из них сделаю прекрасные экземпляры. Вот этот корень меня просто понравился. И я хочу, чтобы он нарос так деревом был. Потом пересадить его, конечно же, в другой декоративный горшочек. И будет довольно-таки все хорошо и красиво. Ну, на этом, уважаемые друзья, все. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик. Удачи, всего доброго, всех благ.